Антитеррористическая комиссия Ленинского района уделяет большое внимание профилактическим мероприятиям. Практические тренировки на массовых социальных и спортивных объектах муниципалитета проводятся регулярно. На этот раз местом проведения был выбран дворец спорта «Видное». Внимание! Просим всех выключить свои мобильные телефоны. Сотрудникам дворца выключить радиостанции. Пользоваться мобильной и радиосвязью на территории дворца спорта в настоящий момент запрещено. Просим посетителей уходить в сторону служебного входа. По легенде, был обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Тут же были вызваны оперативные службы, оповещены сотрудники учреждения и объявлена эвакуация. В ходе тренировки отработали взаимодействие с управлением внутренних дел по Ленинскому району, войсками Национальной гвардии, МЧС и территориального отдела Федеральной службы безопасности. Дворец спорта «Видное» является объектом первой категории, поэтому проверяем мы его с заданной периодичностью. В ходе тренировки было проверено оповещение о факте обнаружения подозрительного предмета, проведены эвакуационные мероприятия, отработано взаимодействие с экстренными службами района. Подобные тренировки во дворце спорта проходят минимум раз в квартал. Причем по разным сценариям. Возгорание, закладка взрывчатого вещества, обесточивание здания. Внутри своего коллектива в рамках тренировок мы отрабатываем не только взаимодействие всех служб между собой, но и вырабатываем в том числе мышечную и зрительную память, куда ты должен двигаться, как ты должен действовать в случае экстренной ситуации. Ибо во время такой ситуации мозг не всегда быстро адаптируется к ситуации и правильно размышляет, поэтому мы должны уметь это делать. По завершении состоялось подведение итогов тренировки. Особых замечаний не отметили. Все недостатки оказались несущественными. Ранее руководству Дворца спорта было выписано предписание по установке устройств экстренного разблокирования дверей в случае внештатных ситуаций. Данные работы будут проведены до конца года. В случае антитеррористической ситуации или закладки взрывчатого вещества в здании, несрабатывание сигнализации дворца спорта, вместе с тем, как лифт опускается на первый этаж, ровно точно так же все внешние двери будут автоматически разблокированы и предоставят свободный выход из здания. Следующая практическая тренировка состоится в конце декабря. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное ТВ».